Сегодня 14 мая, и у нас последний день. Мы сегодня вечером уезжаем. И хочу вот сказать, что вот столики здесь можно посидеть, покушать. Там вот будет открыто, где экскурсии написано. Это кафе «Южанка». Чебуреки очень вкусные. Вот. Здесь откроются ларьки, все для пива, всякая рыбка сушеная, вяленая, какая только есть, все тут. Ну, в общем, на любой вкус. Так, сейчас, конечно, еще раннее утро, и все почти закрыто. Вот такие розы тянутся вдоль набережной. С одной стороны море, а с другой стороны розы. И вот вторая половина тоже, когда жарко или дождик, открывают вот эти зонтики. И сидим. Мы уже сидели под зонтиками, пробовали чебуреки, поэтому хочу сказать, действительно очень вкусно. Так, это за оградой, это владение Ток-Судака. Ну и здесь вот тоже. Вот. Море. Давайте здесь его лучше видно. Покажу. Вот, сегодня вот так оно выглядит. Вот косметика. Мы здесь уже набрали подарков. Вот. Уже все купили, что нам нужно было. Сейчас еще нет 10 утра, поэтому много на набережной все закрыто в основном. Но уже потихоньку будут открываться. Это вот касса. Билеты. Вот, например. Можно вот такие вот. Вот смотрите. Вот. Партенит, Грузов. Ближайший вот. То есть экскурсии есть. Конные прогулки. Вон целый список. Примерно цены. Вот здесь все написано. Джип-тур. Мы с Меганом. И что там есть? Берите прайсы, автобусные экскурсии по всему. Мы работаем. Шхуна Виктория, теплоход. Вот это все сейчас в данное время работает. Экскурсии они пишут. Здесь тоже крымская косметика, но это будет все позже открываться. Вот. И там вот тоже все магазинчики наверху. Кто-то уже открылся, кто-то еще откроется. Там столовые по-домашнему шикарно. И вот здесь тоже все откроется, и мягкое мороженое очень вкусно, кстати, все сливочное, каких только нет вкусов. Я в последнее время все покупала мятное. Очень понравилось. Один шарик стоит сейчас 80 рублей у них. Но везде по-разному. Вот и давайте еще раз посмотрим на гору Волчак. Здесь уже, видите, все смыло. Это уже привезли. Туалеты будут. Плитка ходуном ходит. Это все после шторма. Все обрушилось. Но я зайду и сейчас поближе. Вот так. Уже натягивают тенты. Кто-то тенты, кто-то грибки. То есть уже готовится к сезону. И вот теплоходы уже, прогулки можно делать. Вот. Лодки. Вот так. Выглядит море. Набережная на 14 мая. 9:30 утра. Здесь потом ноги мыть можно после купания. Все это оборудует, все будет сделано. Там еще какой-то отель. Вот мы туда ни разу не поднимались. Вот башенки торчат. Это вот отель по таким этим лесенкам подниматься. Ну вот. Так, это вот первая линия. Вот. Такой величие.
крепость. Мы пришли попрощаться с морем. Там работает, что-то делает. Люди загорают. Туда тоже улица. Вроде подъем в уютное. Вот мы тогда сюда не дошли. А сегодня просто красота. А здесь вот такое вот кафе. Еще с той стороны. Наверное, с этой стороны. Со стороны моря. Красота. Можно сидеть и наслаждаться морем. Мягкие, теплые. И вокруг них сейчас я покажу, как красиво цветочки. Розы. В жару вообще прекрасно сидеть у моря, да? Кушать и наслаждаться. А это выход к морю. Лестница с подсветками, если вечером. Вот так выглядит. И туда дальше. Измир. Вон туда стрелочка. Туда ехать в Измир надо идти. Это мы идем по улице Морской. Продолжается, наверное. Потому что вот там, где я показывала кафе, было написано Морская улица. Она идет вдоль моря. Вот здесь мы еще не были. Давайте посмотрим, как тут море. Вот такая красота. Там. Вот с этой стороны сейчас я вам покажу. Мы пришли по традиции перед отъездом бросить денежку. Вот. И эту традицию не нарушаем. Каждый раз, когда приезжаем, кидаем. Попала. Ага, ты подальше бросила. Я поближе. Вот. А морем пахнет. Это что-то с чем-то. Прям такой вот водорослями, йодом. Не передать. Как раз последний день еще подышу. Ну давайте еще горы отсюда и Генуэзскую крепость или Судакскую, то как называют, я пока не знаю почему. Вот она. Классно. И туда дальше, но там ремонт идет, туда дальше. Вот наши чемоданы, мы выехали из номера, из комплекса Ток-Судак, и сейчас ждем трансфер, на нем поедем во Владиславовку и там сядем. Вот проходная, вот здесь центральная, там вот ток, так ток сюда, вот там видно, просто солнце
не дает. Ну, не знаю, видно будет или не видно. И вот еще. Вот такой вот вид. И будем ждать. Сейчас он с минуты на минуту должен подъехать.